грамм на ноль, как ощущение? Отличное ощущение, главное, конечно, победа. В первую очередь это, даже если было бы 10-9, я был бы очень счастлив. Так что больше нечего сказать по поводу эмоций. А соперник был серьезным или все-таки... Соперник был очень серьезным, поэтому сегодня мы показали большой настрой. Если бы мы не настроились и не считали соперника серьезным, то у нас были бы большие проблемы. Мы смотрели их, изучали, они могут доставить проблемы любой команде. Так что мы подготовились отлично и сыграли свою игру. Соперника атаковало очень мало, и насколько сложно было не терять концентрацию? Знаете, не терять концентрацию было легко, потому что трибуны всегда нас поддерживали и, как сказать, гнали вперед. И когда ты слышишь поддержку, ты не выключаешься из игры ни на секунду.